Пам-парам, сегодня нашел Pet Cemetery Z, который мы с тобой заслуживаем. Ведь там все геймпасы абсолютно бесплатные. Но перед началом ролика я бы специально тебе хотел бы разыграть вот такого хьюдж питомца. Чтобы тебе его получить, ты должен прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой комментарий с ником в Роблоксе. И все итоги у нас будут на 500 лайков. А вот победитель из предыдущего конкурса, который получил всех хьюдж питомца на аккаунт. Кстати, друзья, спасибо за почти 1000 лайков под предыдущим роликом. И давайте перед началом ролика напишите в комментариях рецепт молока. Если вы напишите рецепт молока, то я обязательно лайкну твой комментарий. Ну что же, я не буду долго тянуть, приятнейшего тебе просмотра. Если ты хочешь купить робоксы, то переходи на сайт robuy.gg. На этом сайте самый выгодный курс, такого ты больше нигде не найдешь. Сейчас я тебе покажу, как купить робоксы на robuy.gg. Для начала мы вводим количество робоксов, которое мы хотим купить. Нажимаем кнопочку «Купить робоксы», потом вводим свой никнейм в игре. Выбираем place, на котором мы будем устанавливать цену, а потом нажимаем кнопочку «Установить цену». Потом, как только мы установили цену, как по инструкции, нажимаем кнопочку «Я создал приватный сервер». Робоксы придут на твой аккаунт в течение 5 дней автоматически. Поэтому покупай робоксы на robuy.gg. Ну что же, друзья, вот мы уже находимся в самом Pet Simulator Z. Да, друзья, это не Pet Simulator X, это Pet Simulator Z. Это действительно самый лучший Pet Simulator Z, который я мог либо когда-нибудь видел. Все мои предыдущие части про Pet Simulator. Так, погодите, давайте мы немного вот так уберем полностью звук. Хотя нет, вот здесь. Ах, хотя нет, пусть будет. Даже добавим звук. Вот. Все, не суть важно, друзья. Важно то, что, друзья мои, это действительно самый лучший Pet Cemetery Z из всех, которые мы могли только видеть. Почему? Да, конечно, здесь нет анимации на ховерборде, но этот Pet Cemetery Z не банят уже второе обновление, друзья. То есть, каждое обновление этот Pet Cemetery, он тоже обновляется, и разработчики не банят. В основном, разрабы банят буквально через пару дней спустя выхода Pet Cemetery Z. А здесь разработчики не банят уже буквально вторую или третью обнову, друзья. Это очень круто. Возможно, такое чувство, как будто это и есть официальный Pet Cemetery Z от разработчиков. Ладно, в сегодняшнем видеоролике я тебе покажу, как получить бесплатный геймпас на Infinity, точнее, до бесконечных пэтов. Сегодня мы с тобой посмотрим обнову в Pet Cemetery Z, и вообще это очень-очень-очень интересный режим, друзья. Что же, перед началом ролика обязательно участвуйте в конкурсе, который был в начале ролика, но мы начинаем. Что же, давайте посмотрим, что у нас есть самого интересного. Конечно же, здесь у нас есть вот эта вот локация. Это у нас... локация под названием Error Mir. И давайте попробуем сюда зайти. Здесь тоже какие-то задания выполнять? Нет. В Pet Cemetery Z задания выполнять не нужно. Если нужно было бы, то это было бы очень странно. Давайте посмотрим, что у нас находится вот здесь. Вот так, смотри, здесь у нас находятся все такие же самые сундуки. То есть здесь, если мы возьмем вот этого питомца, то он будет ломать. Вот, видите? Тот же самый Pet Cemetery X, только здесь у нас все монеты и все вот эти вот, собственно говоря, локации. Выглядит очень круто, очень прикольно. И вот как это все у нас. Да. Смотри, здесь у нас золотое яйцо, здесь у нас обычное яйцо. Ну, понятное дело, золотое. Мы вот это все вообще дело открывать не будем, потому что это все бессмысленно. Мы прямо сейчас так переносимся. И мне интересно, что у нас здесь находится. Здесь у нас все то же, как и там, или нет? Вот, здесь у нас ничего не нужно писать. Чтобы попасть в эту локацию в обычном Pet Cemetery X, нам нужно написать please в чатик. И тогда мы сможем сюда попасть. А так, сюда в обычном Pet Cemetery Z ничего писать не нужно. И вот мы уже в этой локации. Что мы видим в этой локации? В этой локации мы видим миллион хипомелонок. Кстати, друзья, может быть, записать про это ролик какой-то. Смотрите, здесь у нас стоят вот такие вот хипомелоны. Здесь у нас стоят такие хипомелоны. Короче, все, что обычно Pet Cemetery X, только здесь. И даже яйцо то же самое, да? Мы можем открыть сразу 8 яиц, и вот такие пэты нам здесь повыпадали. В принципе, довольно-таки прикольно, почему бы нет. И давайте посмотрим, что у нас дальше здесь присутствует. Тоже, как получить бесплатно бесконечных пэтов? Давайте для начала мы пооткрываем яйца немного. Вот смотрите, мы... Этот прямо сейчас я закуплю быстренько все и продолжим. Ладно, друзья, если вы вдруг не знаете, как тоже закупать пэтов, и это, на самом деле это все очень легко, просто берем вот так и закупаем. Вот видите, я закупаю. Это я все закупаю для того, чтобы открыть вот эти все яйца и повыбивать пэтов. Ладно, поехали. Вот и начинается самая веселуха. Просто берем вот так, раз открыли, вот так вот еще, два открыли, вот так вот. Три открыли. Давай, открывайся. Я надеюсь, мне хотя бы один хьюдж питомец выпадет. Чем больше хьюдж пэтов, друзья, тем лучше. Смотрите, просто миллион пэтов выпадает, друзья. И... А, хьюдж пэт выпал. Прикол. Друзья, мне выпал хьюдж питомец, вот как он выглядит. Даже второй хьюдж питомец, вау. Короче, я думаю, вы поняли, что здесь довольно-таки легко выбивать хьюдж пэтов. Так, открываем раз, открываем два и открываем три.
Такие, может, даже 4. Успели 4 раза открыть, друзья. Смотрите, сейчас просто будет миллион пэтов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Полетели пэт инвентарь, полетели. Смотрите, их просто у меня миллион, друзья. И это настоящий пэт симулятор Z. Да, конечно, на жаль, не пэт симулятор X. Хотелось бы такой в обычном пэт симулятор X так открыть. И мне выпал еще один хьюч питомец. Хьюч холограмм шарк. Да, конечно, шанс здесь на Титаник пэта очень-очень маленький. В принципе, как и в обычном пэт симуляторе. Но он здесь хотя бы есть. Слушай, в обычном пэт-симуляторе там вообще, там не шанс, там капец какой-то, друзья. Вот, смотрите, выпадают там все вот эти питомцы. И сейчас мы всех вот этих питомцев, друзья, оденем. И у нас будет просто миллион пэтов, друзья. Вот, мне выпал, кстати, хьюч питомец. Еще 2 акулы мне выпало, друзья. Еще 2 акулы. Ну вот эти акулы мне уже как-то часто надоели. Вот еще одна акула, 3-я акула. А, еще 3? Ого, капец, как много акул выпадало, друзья. Акул просто очень-очень-очень много, друзья. Так, ладно, открываем. Яиц у нас, в принципе, здесь еще очень много. Вот это дело мы все убираем, убираем. Давай-д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 авай
И сейчас мы, как говорю же, сейчас мы это все, друзья, с вами будем одевать. Да, и Huge питомец мне нажали. О, выпал новый питомец, это у нас Huge Golden. А, это та же самая акула, только в Golden версии, друзья. Ну, не знаю, прикольно, наверное. Потому что акул этих у меня уже очень-очень-очень много. Сегодня я хочу создать такую армию из Huge Petal. Ну, не знаю, надеюсь, я еще каких-то Huge Petal сейчас выбью. Потому что если не выбью, это будет обидно, на самом деле. Так, смотрите, мы вот это все так делаем и Open 3. Вот, смотрите, 1 000 000 Petal из рищих яиц у нас здесь выпадает. Вот, смотрите. И хотя бы один Huge питомец будет. Нет, на этот раз ни одного Huge питомца нам с вами не... А, нет, выпал! Этот Huge Голограмм Аксолотль, друзья. Прикольно, окей. И самое интересное, друзья, открываем яйцо с Титаник Петом. Титаник Гифт там выпадает раз в 5 минут, вроде как автоматически, поэтому мы его открываем. И здесь будет по-любому какой-нибудь Титаник Пет. Смотрите, друзья. И пошел процесс. Поехали. Давай. Взлетаю в космос. Давай, на удачу кликаем. Просто 1 000 000 раз на удачу, что выпал. О, полетел сундучок. И сейчас здесь у нас внутри будет Huge питомец. Давайте посмотрим. Пам-па-пам! Пам-парам! И вот он, это у нас Huge обезьяна выпала. В принципе, прикольно, вот так она у нас на весь экран, друзья. И давай, залетай мне в инвентарь, и вот так это все дело у нас выглядит. Что же, давайте мы с вами получим геймпасс на бесконечных пэтов. Это у нас находится в эксклюзивном шопе, вот так выше немножко. И вот он, Infinity Pets и Cubes абсолютно бесплатно. Мы нажимаем на эту кнопочку, получить, и оля. Work it is... А, вот, все, овны, друзья, все, друзья мои. Просто все, друзья мои, только почему-то нужно, походу, зайти на приватный сервер. Там что-то писал про приватный сервер, давайте попробуем зайти. Вот, друзья, мы с вами зашли на приватный сервер, и у меня здесь, как вы видите, заметить, бесконечные питомцы снизу у нас нарисованы. Я думаю, это сделано для того, чтобы просто сервер не лагал у нас, и ладно, давайте мы прямо сейчас оденем бесконечных питомцев. Нажмем кнопочку YouTube. Все, 214 питомцев, друзья. Посмотрите, друзья, 214 пэтов теперь за мной бегает. Это просто вот такое вот огромнейшее количество акул, огромное количество голографических пэтов. И вот как это все дело у нас выглядит. Давайте вот так даже запрыгнем на какой-то Титаник пэта. И смотрите, просто армия пэтов, друзья, 214 питомцев. Можно будет даже когда-то 1000 пэтов вот так купить. Вот давайте, друзья, да. Если вам понравился этот видосик, кстати, ссылочка на этот режим будет на 500 лайков. Давайте, друзья, дерзать, ссылочка на 500 лайков. И давайте так. Если вам понравится эта часть, то я сниму вторую часть, где у нас будет сразу 1000 пэтов, друзья. Ну что же. И вот такая вот у нас, кстати, смотрите. Это действительно очень круто выглядит. У меня есть сколько? 5 Титаник пэтов и 214 обычных пэтов. Это очень круто выглядит, друзья. Что же, на этом будем потихонечку заканчивать. Спасибо тебе огромное, что посмотрел видосик от начала до самого конца. С тобой был я, Влад. Я желаю тебе хорошего настроения, удачки и пока-пока. Еще встретимся.